Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видео Тигрь. И сегодня мы с вами заканчиваем с Техасской. Пока не выйдет следующий ман, если он вообще выйдет. Если же не выйдет, то значит насовсем. Все-таки, знаете, как, дорогие друзья, вот следовало сделать перерыв между выпусками Техасской, да? И я понял очень простую вещь, что ожиданий, откровенно говоря, было больше. В свое время выходила «Пятница 13», как вы прекрасно знаете. Некоторые смотрели мои ролики и по ней. «Пятница 13», кстати, будет выходить в этом месяце. Сколько роликов, пока не знаю, но будет. А это повар дисконнектнулся. Ну, конечно, это же гениально. Это просто гениально. Если я за Нэнси, кстати, хоть кого-то убью, это будет рекорд. Дай, Бубас, дай, фраг! Ну-ка, давайте, способка. Пока в подвале. Отметилась у меня в подвале. Очень долго она ставит свои эти херовины. Невероятно долго. Я не успею, она просто проходит. Опа! Буба! Мама! Ой, ой. Пока кошкам. Перезарядка этой способности невероятно долгая. Вот насколько она может быть долгой, вот настолько она долгая. Зачем ей порох? Выходит. Скорее всего, здесь, да? Не бей меня! Беспомощные маны, ну... Ну что это такое? В той же самой сраной ДБДшке тебе хотя бы заводят, приседают и уходят. А здесь вас еще пиздят. Он сверху бегает. О, нет. А, ну правильно, если нет шансов кого-то убить, то фарми хотя бы, да. Грех его в этом обвинять.
И большинство каток так и проходит. На самом-то деле. К покупке техасскую не рекомендую. Она уже сдулась. На мой взгляд. Все то, что любой владелец канала говорит, это его личное мнение. Никто никогда не отвечает за всех. Думаю, это и так всем понятно. Давай. Какой же слабый ман. А, животные там приседают. Я не оговорился. Потому что такое поведение, это поведение животных. Всегда было и будет. Это не игрок. Как думаете, сколько он просидит? И что он доказывает? Вот как раз таки яркий пример, почему комьюнити это важное определение любого онлайн проекта. Кстати, он просидел еще довольно-таки мало. В общем, так или иначе, с техасской конкретно, перерыв до выхода следующего мана. Если мана не будет, то с техасской точка. Она скучная, она неинтересная, она растеряла абсолютно всю свою актуальность лично для меня. И снимать мне ее скучно. С удовольствием перехожу в другие игры. Всех благодарю за поддержку. С вами был Видеотекарь. Всем пока.